Итак, ну что ж, ареру, мои маленькие любители, покушайте квадратные шаурмы. Микрофон, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это мессианское прохождение. Я напомню, что мы остановились на том, что скрафтили офигительную броню, сделали также в обычном мире два портала, и готовы были уже туда попасть и начать их исследовать. Мы обязательно этим займемся, но сначала я хотел бы скрафтить для начала вот эту вот Soul Cage, ту самую клетку по подобию спавнера. И для того, чтобы объяснить, что это такое, нужно напомнить то, что в паза прошлой, получается, серии я наконец-то заполнил вот этот вот Soul Shard душами визер скелетов. И как раз вот эта вот клетка нужна для того, чтобы вот этот Soul Shard мы могли сюда поместить. И эта система бы работала как обычная фармилка мобов, только гораздо более эффективная. А также я хотел бы вот эту вот печку, которая у нас здесь есть, и которая очень достаточно большое количество серий нам прослужила, проапгрейдить до следующего уровня, до уровня ультимативной печки. Для ее создания у нас уже давно все готово, мы можем без проблем это скрафтить. За кадром мне, конечно, пришлось немножечко визербоссов убить, но зато теперь у нас есть ультимативная печка с офигенным КПД. Как пример, я возьму сейчас весь этот булыжник, загружу сюда, и посмотрите, он даже не успевает сюда складироваться. Что касается вещей, которые я делал за кадром, наверное, самое основное, я прокачал фермерство до 32 уровня, немножечко поафакашил, что позволило мне улучшить вот это вот Hungry Farmer. Эта способность позволит мне якобы кушать в автоматическом режиме. Я раньше не пробовал это использовать, но надеюсь, что это будет очень приятно работать. Сейчас же мы отправляемся в обычный мир, и нужно сейчас разместить здесь вот в фармилке наш спавнер. Клетку я здесь разместил, получается, сюда я помещаю наш шардик, и все, скелеты у нас начали спавниться. И посмотрите просто на скорость, которую они спавнят. Вот именно этого мне здесь очень сильно не хватало. Ну а мы же, в свою очередь, как я и обещал, отправляемся в первое измерение из мода Divine RPG. Вот в это желтенькое измерение. По идее, это измерение называется Эден. Возможно, я как-то неправильно прочитал. Невозможно, скорее всего. Но ничего страшного. И пока я туда не отправился, вы уже можете видеть некое подобие хаба. Здесь я пытался разместить как-то более эстетично и приятненько, но получилось у меня как всегда. По планам здесь будут стоять еще порталы. Это все безобразие еще продлится, поскольку измерений в моде Divine RPG безумное множество. Ну а мы в свою очередь первый раз отправляемся именно туда. Я надеюсь, у меня все готово. Я безумно боюсь здесь как-то умереть. Там очень серьезные мобы и очень велик шанс того, что они меня победят. Ну, я на самом деле помню немножко по-другому это измерение. Тут все очень желтое, вырвиглазное, но это не самое еще противное измерение. И вот уже пошли первые мобы летать. Кролики, единороги, здравствуйте. Ты меня в такой броне пробиваешь? У них очень жесткая атака и очень большое количество хп, даже приходится скушать суперское яблоко. Еще и лучники здесь какие-то. Нет, ребята, я все понимаю прекрасно, но дайте мне поизучать. Душа Эдена. Тебя крафтятся призывалки мобов, замечательно. А помимо призывалок мобов, крафтится гем из этого измерения. А из гема создается чанг. А из чанга создаются суперские луки, броня, пульсар какой-то, меч на 24 дамага. Это практически столько же, сколько и у моего меча. И где-то здесь должен создаваться как-то следующий уровень портала. Ага. Вот, получается, Эденблок. Что мы сейчас поняли? То, что всяких вот этих вот душ и прочего нам нужно реально большое количество. И нам предстоит сейчас, возможно, фарм, а возможно, исследование всех этих локаций. О, привет, жаба. Странный моб, очень сильно на жабу похожий. Непонятная, странная какая-то локация. Мне нужно держать Эдлон Чанг для спавна босса. А, это призывалка. Понятно. Я так понимаю, в любом случае мне придется босса убивать для того, чтобы перейти на новую локацию и новые измерения. Так что давайте попробуем скрафтить этот чанг. У нас ресурсов хватает даже на два чанга здесь. Ну ладно, хотя бы один. Я думаю, то, что мы к боссу готовы. На всякий случай яблочко я возьму. Скидыш. Привет. Там 100. Ух ты. Ты напугаешь меня. Но тебя хотя бы с меча можно бить. И ты не такой серьезный противник, как я погляжу, да? Ты бьешь много, я даже не успеваю в какие-то моменты восстанавливаться. Но даже тебя я умудрился убить. Выполнил я какую-то ачивку. Получил 6 сердец Эдена. И как раз из этих сердец появляются вот эти блоки. Я так понимаю, мне нужно будет также 10 этих сердец для того, чтобы создать 10 рамок портала. А значит, если я все правильно понимаю, мне нужно будет сейчас еще одного босса призвать и еще раз его убить. Я только сейчас заметил то, что мне с этого босса, видимо, выпал Эден Блиц. И в качестве оружия он использует Эден Даст. Этот Эден Даст, по идее, создается из любой растительности здесь. Эта пушечка достаточно эффективна, на самом деле, 10 дамага с такой скоростью. Но меня вовсе не устраивает то, что для того, чтобы скрафтить пули, нужно
просто бить растительность. Это как-то тупо. Еще раз мы призываем, получается, этого босса и снова убиваем. На этот раз его убить было гораздо легче из-за того, что он просто застрял в стене. Тем временем 10 сердец я надыбал. Пушки я, наверное, выкину, они мне не нужны. А вот статую с этих боссов я, пожалуй, себе сохраню на память. Получается, дальше мне нужны какие-то фрагменты Эдена, но, в принципе, они крафтятся легко. И души Эдена. Мне предстоит этого всего безобразия достаточно большое количество нафармить. Мне понадобится около 71 души, если я все правильно посчитал. А это примерно чуть больше стака. Ну что ж, вперед за фармом. Я не ожидал, что при убийстве обычного маленького зайчика может кто-то такой вот серьезно заспавниться, но это забавно. Они невообразимо жестко меня пробивают. У меня буквально при каждом сражении, если их реально много, остается, не знаю, 2 сердца. Если не микроконтроль, то, наверное, это смерть. Возможно, было бы как-то полегче, если бы я использовал какую-нибудь более лучшую еду, чем обычные яблоки. Ведь они дают мало очков насыщения. Но чтобы использовать лучшую еду, нужны лучшие фермы, но позволить мы себе не можем пока что. По идее, если правильно я считаю, то у меня уже есть необходимое количество всего для того, чтобы построить следующий портал. Когда же я прибыл в обычный мир, вот эту статую я хочу разместить на блок, получается, из которого строится портал его измерения. Прикольная у него текстурка, необычная, я бы сказал. Но мне хоть убей непонятно, для чего вот эти вот нужные у него посохи. Так вот, в любом случае, мы сейчас делаем блоки для следующего портала. 10 штук. Блоков у меня получилось, и мы сейчас идем их размещать. Я в курсе, что из гемов можно было создать себе броню, инструменты и прочее, но я не хочу этого делать, поскольку знаю, полностью отдаю себе отчет то, что когда я пойду в следующее измерение, ресурсы, которые я получу оттуда, будут гораздо лучше, чем из первого. И так до последнего. И вот из последнего уже я, возможно, себе и скрафчу что-нибудь типа меча и прочего. Поскольку у него дамаг реально будет гораздо лучше, чем у меня есть сейчас. Ну и также о броне тоже забывать не стоит. В любом случае, мы здесь уже сделали портал. И вот теми же самыми часами мы здесь зажигаем. У него уже синяя оплеточка, в отличие от вот этого вот. Это называется портал Дикого Леса. В принципе, у меня уже все готово. Мы можем туда отправляться хоть сейчас. И не вижу причин останавливаться. Значит, Дикий Лес — это, оказывается, множество разнообразных островов, в отличие от предыдущего изменения, где был один большой остров. Ну, а, кстати, а монстры здесь практически те же самые. Те же жабы, те же единорожки, практически те же самые лучники, наверное, но очень сильно уж он похож на босса предыдущего. И непонятные какие-то... Что это такое? Я так понимаю, их тоже сейчас нужно фармить. Интересно, что из тебя падает. Магическое мясо и душа. Та же самая, из которой те же самые гемы и чанки. Угу. И также из этих душ у нас создаются те же самые Wildwood блоки, из которых создается следующий портал. Ну и так, призывалки разнообразных мобов по мелочи. Если я все правильно понимаю, мне здесь также предстоит найти такую же призывалку мобов, как мы находили в предыдущем изменении, для того, чтобы убить здесь также босса. И только тогда мы сможем попасть в следующее. Хорошо, вперед к фарму. Процесс реально усложняется их мощностью. Они меня выносят. И выносят по большей части не силы атаки, у них она приемлемая. И не сильно отличается от предыдущего измерения. А в большей степени то, что их реально много. И это достаточно проблематично. Я не знаю, наверное, минут 20 я уже примерно здесь нахожусь. 3 стака у меня камней, и они все вот эти вот мобы, они просто берут меня числом, и я вообще ничего сделать не могу. Это очень невероятно жестко. Я сейчас отправляюсь, пожалуй, даже в обычный мир по этому поводу. И создам себе еще парочку суперских яблок. Без них, я боюсь, я здесь просто не продержусь. Ну а заодно немножечко подлечу себе броню. Посмотрите, как много прочности они просто сносят. Я эту броню тебе только что перед записью чинил. И вот буквально в одном измерении они мне ее всю вынесли. Это измерение по сравнению с предыдущим просто что-то с чем-то. Сейчас мы немножечко чинимся по броне и отправляемся. 8 яблочек у меня тем временем есть. Также у меня тут немножечко есть пшеницы. Я ее хочу немножечко передробить себе и сделать хлеб. Как ни странно, потому что из хлеба делается вот такая вот суперская пицца с ананасами.
Очень тупой крафт, я знаю, но не я его добавлял, а добавлял это автор модификации. У этой пиццы с бананами, по сравнению с обычными яблоками, которые я питаюсь, гораздо больше насыщения и, в принципе, пищи. Я думаю, ее использовать я буду в каком-то маломальском хотя бы формате в этом измерении. В ином же случае я боюсь, то, что мне просто там не выжить. По идее, если так посмотреть, то броню, которую у меня есть сейчас, можно еще проапгрейдить. Я, конечно, не специалист, но, по-моему, нужно создать вот этот вот стол из тинкера. Давайте его куда-нибудь вот сюда вот, пожалуй, разместим. По идее, здесь эту броню я и могу проапгрейживать. Только вот как? Вот, резистент снижает получаемый дамаг на 20%. Итого у нас снижаемый дамаг понизится на 80%, если мы на каждый элемент брони наложим резистенс. Создается он очень легко, так что давайте его сделаем. А чтобы наложить, нужно всего-то эссенция и этот чарм. Вообще без проблем. Я, конечно, создал вот эти вот чармы, но есть одна проблема. Если посмотреть, то у нас вообще вся закончилась эссенция. У нас есть, конечно, инфериумная, но ее не хватает у нас. У нас закончилась вся красная эссенция, которую нам приносила вот эта вся ферма. А вся проблема в том, что я как-то очень неэффективно ее использовал. Но это можно решить, если мы увеличим производительность этой фермы, увеличив количество здесь гроу-кристаллов. Ну и для начала их, в принципе, надо было бы создать. У нас для этого как бы все есть, и я думаю, что в скором времени нам нужно будет этим заняться. Но пока хотя бы из того, что есть, хотя бы в парочку элементов брони вот эти вот чармы я хочу запихнуть. И буквально из последних кристаллов я буду это делать. Так, брони с защитой. И теперь честплейт тоже у нас с защитой. Даже у нас теперь баф с защитой повешен у нас. Хорошо, одной проблемой меньше. Но проблема с эссенциями у нас остается очень сильно открытой. И возможно мне как-то придется это все сейчас в скором времени решать. Но для начала у нас остается все то же измерение, в которое я сейчас планирую пойти и найти там босса. Или победить. Так, а вот этой штуки я вообще не ожидал. Для начала, где мой FPS? Алло, что за микрофризы? А, понятно. Какая-то решатина, просто я не могу. Достаточно много времени здесь ушло, чтобы все настроить так, чтобы это хотя бы работало. Так хотя бы, чтобы у меня Майнкрафт не гражился от того количества вообще звездеца, который здесь творился. Мне пришлось увеличить количество кондуитов здесь, чтобы увеличить скорость забора. И мне кажется, этого тоже не хватает. У нас пока что записывалась серия, накрафтилось почти 2 стака визор-голов, но мне кажется, их здесь было гораздо больше, просто некоторое количество здесь просто они исчезли. Уровня просто здесь колоссальное количество. Я не успеваю его весь поглощать, пока он у нас здесь вот идет. Зато я здесь поставил крафтер, который переделывает всю эссенцию в супремиумную. Потому что, как оказывается, гигантское количество эссенции было одна из основных причин, почему эта вся система застопорилась. Сейчас я буду забирать весь этот уровень. Он вон ко мне какими толпами идет. И у меня прекрасная возможность начать прокачку. Атака, 32 уровень. Убийство мобов будет небольшой. Мне давать килл-ауру и увеличивать мою силу. Защита теперь тоже 32 уровня. Прикольная билка. Undershot. Прикольная билка вот эта вот. Каждые 10 секунд я буду получать глобальную защиту по сердечкам. Если у меня меньше 3 сердечек вообще в принципе есть. Забираем. Магия тоже с 1 по 32 уровень вообще без проблем прокачалась. А вот уже на следующий перк нам не хватает уровня. Я думаю, хватит рано или поздно. У нас вообще были другие планы. Вообще мы хотели там портал развивать. Ладно, сейчас мы пойдем это все делать. Наконец-то я нашел спавнер. Этот. Все готово. Ищ. Босс призовется через 5 секунд. По идее, это летающая шняга. Привет. Давай сражаться. А где у тебя еще хитбокс-то? А, внизу. Понятно. Ага. Победил я тебя. Надеюсь, весь лут успел подобрать. Еще одна пушечка. 12 дамага на этот раз, но нет, спасибо. 5 сердец. Возможно, если со следующего босса мне выпадет 4 сердца, то это будет очень большая проблема. Будем надеяться на лучшее. Что ж, прими еще одного босса. Ну и этот босс у меня без проблем пал. Да ну нафиг! Одно сердце с него выпало. Что за невезение? Что это такое? Как это может работать? Да блин, ну... Ладно, я понял, если бы босс был более-менее интересный хотя бы. Да нет, блин. Ладно. Что же, время еще одного босса тогда? 10. Наконец-то 4 сердца с него выпало. Не придется еще раз его убивать. Отключаем хитбоксы. И получается, мы летим обратно домой. Строить еще один портал. Откуда вас здесь столько? Неужели вам так прикольно через портал проходить? Мне интересны пока что здесь результаты по нашей ферме. Сколько она нам принесла за это время. Я бегал достаточно много. 5 эссенций. Хорошо. Это получается только с фермы скелетов. При этом еще
3 стака визор-голов. Хорошо, запомнили. А вот эта ферма принесла 3. Как ни странно, ферма на эссенциях менее эффективна, чем та ферма на скелетах. Но ничего страшного, это мы все скоро разгоним, и все у нас заживет по-нормальному. Создаем дивайн-блоки. И давайте, что ли, на рупий поставим, не знаю, вот эту вот статую. Рупий тоже как бы синий и нормальный, я думаю. Так, сюда 1000, сюда 1000. Третья статуя у нас здесь ставится. Не самый, конечно, приятный босс, учитывая то, что он еще и летает. Ну ладно, главное, мы его победили. Вот этот портал я здесь разместил. Но отправимся и зажжем его мы уже в следующей серии. За кадром мне предстоит титаническая работа по разнообразным направлениям. Как минимум, я хочу наладить хотя бы какое-нибудь автоматическое, полуавтоматическое производство гроу-кристаллов, которые позволят мне ускорить производство эссенций и, в принципе, нехило так упростить нашу жизнь. Ну а что из этого выйдет, мы узнаем только в следующей серии. А пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамуру. Еще услышимся.